Запеченная картошка. Уже готовую печеную картошку разрезаем пополам и разминаем мякоть вилкой. Намазываем майонезом или любым другим соусом. Посыпаем специями. У меня это сухой помидор, чеснок и базилик. Еще я решила добавить смесь перцев. Добавляем немного лука и жареные колбаски. Выкладываем сырок и запекаем 10-15 минут. Добавляем вареное яйцо, зелень и готово!